Да. Все категорически. Да, крут. Понимаете, уже все серьезно у меня тут. А вы что думали? И такое бывает. Так-то. Как... Ну, сейчас она у репетитора, кстати. Gorgeous. Thank you so much. Thank you. О, мне... Горжусь. Ну, раз серьезно... Да, все серьезно, Грут. Грут, а вы сомневались в моей серьезности? Спасибо. Я категорически благодарна за подписку. Грут. Я вас категорически приветствую у себя в семейке. Спасибо, Грут. Кто у репетитора? Подруга моя, подруга. Привет, как дела? Ой, ребята, видите, вот надо подписаться на меня, чтобы я вам была категорически благодарна. Я вас уважаю тогда. Привет, как дела? Спасибо за лайки. Спасибо. Ребята, да, вам... You can subscribe me. Ладно, я на работу. Хорошей работы, продуктивной тебе, хорошего дня. Вот, удачи тебе. Все. Категорически. Вот, видите, категорически. Целую, целую. Ма. Ой, спасибо, спасибо. Спасибо. Так, ой. Спасибо большое за розочку. Грут, вот понимаете, вот... Вот вы правильно поступили. Поэтому я категорически благодарна. Ой, спасибо за лайки. Так-то. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, все мои хорошие. Ой. Здравствуйте, Чулька. Юрий, здравствуйте. Всем привет. Так, я такое читать не умею, ребята. Я не умею такие слова читать. Габриэль, здравствуйте. Какой категорически? Категорически я не всех здоровую. Понимаете? Это надо быть избранным. Всем привет, я вас всех категорически приветствую. Ребята, ну просто категорически у меня уже голова болит. Чуть-чуть. У тебя хлопец, я нема хлопца. Был бы хлопец, я у тех только не сидела. Понимаете, да? Можно список избранных? А у меня пока что его нету. Пока что. Потом создам. Ребята, я потом сделаю презентацию. Ой, да... Витание тебе. Вот, ой-ой-ой. Какой ты хороший, ты у меня уже вот авторитет занят. Ты из Украины? Добрый вечер. Я не из Украины, но знаю. Черная книга, естественно, есть. У меня в черном списке все. Так, добрый вечер. Как у вас дела? Ой, спасибо за подписку. Thank you for your subscribe. Thank you. Грут, видишь, какой ты хороший? Вот я тобой горжусь. Вот так и надо было. Ола! Я тут тел... Я горжусь тобой, Артемка. Давайте, ребята. Так, ребята. Ребята. Так. Ребята, ну что поделать? Так, всем привет, Зимбил. Ой, спасибо, спасибо за лайки, спасибо. Я вас... Я вам благодарна всем категорически и не только. Здравствуйте. Категори... А вот надо шарить за мой лор. Ребята. Ой, привет, блага... Привет. Ну вы даете, конечно. Ребята, ну вы можете... Привет. Привет, как дела у тебя? Помогите, помогите, всем привет. Где изучить лор? А вот, все. Прошло время. Прошло время чуть-чуть. Всем привет, ребятки мои хорошие. Так, ну когда-нибудь можно будет изучить лор, я когда-нибудь создам книжку. Издам. Я не знаю, как вернуть время, мне тоже надо. Подписка? Какая подписка? Грут! Подписка! Грут! Мне на тебя подписаться, типа, да? Ой, Викусик, привет, спасибо за лайки, спасибо. I'm learning Russian. I'm proud of you. Good job. Категорический класс. А как автора точно? Яна Дмитриевна будет автора точно. Так. Ой, Викусик, спасибо за сердечко, спасибо большое, спасибо. Красотка. Спасибо. Чили, Латинская Америка. Привет, Чили! Привет, Америка! Hello, Америка! From Belarus. Так, всем привет, ребята. Ну, мало, и псевдоним какой.
я же сказала, Яна Дмитриевна, привет, ты забавная, такая энергичная. Конечно, я энергичная, ребята. Я вот потому что я всех категорически приветствую. Ребята. Thank you so much, thank you. You're right. Так, ребята, ну выдаете. Всем привет, всем привет, ребята. Вы мои хорошие, ребята. Ну, видите, вот подшарили за мой лор. Я вам благодарна. Ой, спасибо за подписку. Thank you for your subscribe. Да, ребята, вы можете на меня подписаться. You come to... All right. Of course. Так, ребята, я вот вас никого не застенд, конечно, но чуть-чуть. Вот это вот не надо мне вот это вот писать. Пошел отсюда. Мы тут это... Я тут вам не советую. Всем привет, ребята, мои хорошие. Всех приветствую категорически. Артемка, спасибо за работу. Спасибо, я тобой горжусь. Викусик, спасибо за лайки. Всем привет. You can subscribe me. Все. Да, вы все можете подписаться на меня, чтобы быть за шарящими. Да, шарить за меня. За мой лор. Ребята, вы можете быть крутыми у меня. Понимаете, да? Всем привет. Я вас всех категорически приветствую. Оу, gracias. Ну так что? Грут, так мне типа подписаться на тебя или как? Я не поняла. Что ты хочешь? Грут, я могу, конечно. Я-то не против. Я просто не понимаю, что ты хочешь от меня. Вот, Грут, ты мне скажи прямо, чтобы я understand. А то мне надо прямо точность. Понимаете, да? Ой, здравствуйте всем. Ребята, Пуже, всем привет. Я всех категорически приветствую. Так я за... Так, да, ты написал... Что ты написал? Ты написал подписка. Ну, типа подписка от меня, да? Да? Teach me Russian. Of course. I will. Ну, типа подписаться, да? Грут, ну я-то не против, я-то могу на тебя подписаться. Ну, просто я же не ферштейн чуть-чуть. Я сейчас... Если я подпишусь, ты будешь рад? Are you Russian? No, I'm from Belarus. Ребята, так, здравствуйте. Ребята, где мне теперь Грут иметь? Что? Хорошо. Артемка, спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лайки. Подождите. Так, всем привет. Ой, подожди, спина болит трохи. Снова ты квадратная. А я вижу, ты прямой. Всем привет. Hello, baby. Hello, how are you? Так, ребята, всем привет. You could use it all this. I don't think... I can. I'm fine too, thank you. Какую улыбку, ребята, вы что несете? Какую улыбку? Я не улыбаюсь, я вообще-то... серьезный человек. Так, всем привет. Здравствуйте. Ладно, круто, я на тебя подпишусь, ладно? Я просто не перестанешь, что ты хочешь, поэтому я на тебя подпис. You are from Belarus? Yes, I'm from Belarus. Вадик, не плачь. Первый день в интернете сидит он. Я от тебя до слез скорее доведу, чем сама заплачу.